kid. I put my Walkman on the bed. I might as well kick it. Всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята, с вами сегодня опять я, Шмелёк. Всем здравствуйте, ребята. Да, это опять эти же выживания, которые я так до сих пор и не придумал название. Но, тем не менее, мы будем в них играть. Как я пообещал в прошлой серии, а точнее не пообещал, сказал то, что я поставлю моды. Я как сказал, так я и сделал. Я поставил, ну, если кто смотрел, то есть ту серию, тут знает, что я поставил. Я поставил Сумеречный лес. Хотя, если честно, я только это и сказал, то, что поставлю. Также я поставил мини-мап и Трикопитейтер. Все. А остальные моды я не буду трогать, потому что вы сами решайте, что мне лучше установить, что поставить и так далее. Да, кстати, вот, если что, Трикопитейтер. Только, кстати, тут какой-то Трикопитейтер вообще левый. По идее, дерево должно ломаться очень-очень долго. А мы, смотрите. Раз, два, все. Все дерево упало, и дофига дерева, короче, есть. Как бы вот такая тема. Тут очень сильно багнутый Трикопитейтер. Хотя мы должны были долго ломать это дерево, но... Хотя, мне как-то вообще по барабану, в этом есть свои плюсы. Кстати, насчет той серии, ребята... У меня случилась там какая-то фигня, типа, когда я бежал вот по лесу, у меня чисто все вот это вот квадратилось. Я не знаю, я из-за этого получил кучу антилайков. И вообще не только когда по лесу бежал, когда я был в пещере там где-то в той, у меня там тоже что-то квадратилось, я не знаю, с чем это вообще связано. И вот такая вот, короче, фигня, да. Так, может быть, кстати, тут и сделать домик, я не знаю. Хотя, ладно, давайте. Вот прямо на берегу. Мне кажется, кстати, красивое место. Все красиво выглядит. Тут будет идеальный домик для меня, для моих друзей и так далее, кто будет играть. Поставим тут пока кровать, поставим верстак. Сделаем... Блин, я не знаю, стоит. Давайте лучше из этого дерева. Потому что это мне для кое-чего понадобится. Ага, супер, у меня даже был еще один сундук. Сложим по-быстрому все это. Все, сложим. Так, давайте сначала подумаем, какой будет домик. Какая будет его, точнее, основа. Я думаю, наверное, пол будет из тропического дерева. И он будет примерно, ну, тут где-нибудь. Ну да, мне кажется, идеально будет. Так, все делаем. Офигенно. Практически стак. Ой, два стака и пол. Так, так. А, блин, чё такое косой-то, а? Давно, кстати, Майнкрафт не играл. Ты чё, Ганёк, уже не играю? Уже совсем обманываю вас, ребята. Так. Супер. Кстати, прикольно быть одному дома, никто не мешает. Можно спокойно высказывать мнение о Майнкрафте. Разумеется, хорошее мнение о Майнкрафте. Надо топор взять. Так, где топор? Вот он. Блин, надо еще один модик будет установить, чтобы... как ее? Сортировка вещей, вот. В сундуке, как бы там на Z нажимаешь, и они автоматически рассортируются. Ну-ка. Вот, если по мини-карте смотреть, мне кажется, нормальный будет домик. Я не супер, конечно, в домах, я вообще их не умею строить. Вот. И не знаю, как получится, но надеюсь, красиво. Это что там такое? Ой-ой-ой-ой-ой, тише, куда ты поплыл, идиот. А, это спруты, ё-моё. Просто там чьи-то бошки, я вижу, торчат, что-то какая-то фигня. Да блин, уже закончилось дерево. Делаем. Блин, наверное, это вам скучно. Я, наверное, на паузу сейчас поставлю, вернусь, когда все доделаю, да. Так, ребята, и вот я с домом закончил. Хотя я мог бы это все ускорить, но это действительно было долго. Хотя, если честно, можно так сказать, построил на быструю руку. Ну, я сильно ничего в домик такого не добавлял, вы как видите. Сейчас покажу, как он выглядит. Ну, так себе. 50 на 50, ну, жить можно, по крайней мере.
Если хотите полностью там увидеть домик и посмотреть, что в нем, пишите свои скайпики, вместе поиграем, вместе заснимем и все такое. Ладно, что я хотел сегодня вообще сделать? В шахту я не буду ходить. Наверное, мы сейчас пойдем с вами за мясом и попытаемся добыть, потому что еды у меня не сказал бы, что много. Да. Точнее, что вообще нету. На. Я же коровок вроде убивал или нет? Нет, я убивал только куриц. Понятно, короче, у меня еды нету, из-за этого... Опа, это что такое? А, вот, все. Так, это было очень странно, на самом деле. И сейчас пойдем. Я где-то тут поблизости вроде свинок видел. Сейчас на мини-карте посмотрим. Так, прогрузись. Ага, вон там свинки. Значит, пойдем туда. Короче, сборочку, возможно, вы потом вместе с этой картой сможете скачать чуть ранее. Да, потому что сейчас она до сих пор делается. О, целотики, привет. Я даже не понял по мини-карте, кто это такие. Ну, зомби какие-нибудь мини бегают. Так, где свинки-то, свинки, хрюшечки мои. И сборку, наверное, она, вы сможете ее скачать через Яндекс. Разумеется, она будет открытая, вам не надо будет сохраняться на Яндекс, а потом только качать. Так, где свиньи-то? Я вот прям на месте, где они. Только не говорите, что они где-то на деревьях. Нет, странно. Свинки, хрюшки мои сладкие, вы где вообще? А, вот вы где, нифига. Так, минус одна. Хотя можно было, в принципе, ферму так-то сделать. Но я не люблю фермы зверей делать. Я делаю обычно ферму арбузов и все. И мне это хватает. Так, а где еще-то свинки? Короче, сейчас надо дерево срубить. Блин, я даже топор не взял. Вон еще одна. Блин, вот это заспавнились неудобно. Иди сюда. На, получи. Где твой мясо? А, вот он. Это все, что ли? Видимо. Так. Кстати, значит, по поводу того видео. Оно было... Каким-то фигом оно испортилось. Я не помню, говорил ли я в этом серии. Тем не менее, повторюсь. Короче, оно... испортилось там почему-то в некотором... А, да, я говорил. То, что когда я смотрел на листву, все плыло. Тупо вот плыло. И все. Блин, какое-то слово странное плыло. Или это просто я неправильно выражаюсь. Ну ладно, не суть. И я не знаю, с чем это связано. Возможно, это связано с Sony Vegas Pro. Потому что, когда я смотрел само видео, оно было абсолютно нормально. Там никаких не было... таких багов странных очень. Мне это вообще, такие баги просто раздражают. Так, я не понял, они что, сверху, да? Нет, они не сверху. Я, короче, не знаю, где эти свиньи долбанные. А, нет, вот они. Ну вы и заспавнились, конечно, жесть просто. Так, минус одна, минус вторая. Уже 7. Это хорошо, это просто супер. О, 10. Вообще нормуль. Так, видимо, больше тут ничего такого и нету. Там домик ведьмы. Мы там уже были. А, вон, коровы, нифига, как повезло-то. Я лишь бы не умереть, это очень плохо будет для меня. Хорошо, что мой домик такой большой, его на мини-карте спокойно видно. Так, давай, побежали к коровкам. Возможно, кстати, мне придется опять Sony Vegas Pro качать, чтобы монтажировать видео. Но я то... Блин, что, болото? Но я точно не уверен, что это в этой Sony Vegas Pro. Чё там? Ну, скорее всего, в Sony Vegas Pro. Потому что у меня еще была фигня такая, когда я рендерил, у меня резко пропал звук. Как бы видео абсолютно все с монтажиком было, но не было звука. Это и тоже какая-то фигня с Sony Vegas Pro. Она в последнее время вообще что-то меня начала бесить конкретно. Да. А вот когда я начал в 12-й, или какой сейчас скажу точно,
Да, в 12-й рендерить. Звук был, но было вот это вот какая-то, не знаю, размазанная фигня. Я не знаю, что это за фигня. Графон очень сильно испортился. Тоже особый такой большущий минусик. Блин, каньон бы найти бы, было бы вообще супер. А еще бы коровы бы не бегали от меня. Так, опа, я меч сломал, супер. Ладно, телепортируемся. Такс. Мой клевый домик. Просто мега-мега крутой домик. Все, наконец-то у меня есть еда. Замечательно. Интересно, вообще сколько серия длится? Вот. Так, сейчас посмотрим. 6 минут. И там начало где-то примерно, наверное, 2-3 минуты. Нормально. Короче, 8. В общем, где-то 8 минут длится серия. Я вообще, наверное, буду снимать серии по 15 минут, где-то так. Как получится. Так, сразу же печку сделаем еще одну на всякий пожарный. И засунем туда еще на пожарку вот это. Уголь. Да ладно, давайте лучше досками. Угля у меня не так-то много. Будем его экономить. Потому что факела нужны тоже. Это тоже такой. Стой, факел. Вот, все, красиво. И, скорее всего, да, придется Sony Vegas Pro перекачивать, там все фигня. Ну ладно, в принципе, вас это особо волновать не должно. Хотя, кто снимает и монтажирует через Sony Vegas Pro, тех, в принципе, должно волновать, что с ней творится. Так, что там покушать у меня? Вау, супер, уже 7 стейков. Да, стейк это. Кстати, он аппетитнее выглядит, чем это. Жареная свинина. Какую-то фигню опять чуть не прогнал. Вот. Так, это все сложим. Ладно, в принципе, наверное, над этим и закончу, потому что я уже даже не знаю, что говорить. Я, как уже говорил, мне абсолютно скучно эти серии одному снимать. Так что из-за этого, ребята, я вас зову. Приглашаю, можно так. Кто хочет сняться, кто, может быть, тоже хочет поснимать на этой карте, на этой сборочке. Еще раз говорю, модов не так-то много, лагать сильно не будет. Если вы это скачаете, то я вам даже смогу свой собственный текстурпак дать, чтобы вместе могли погонять спокойно. Вот. А так, подписываемся на мой каналчик, смотрим все мои старые добрые видео. Оцениваем их обязательно просто. Просто обязательно вот берем, лайкаем все. Кстати, если под каждым видео, как я уже говорил, наберется по 15 лайков, да, видео будет выходить хотя бы раз в неделю. Да, ребята, это возможно. Сейчас это возможно. Просто возможно. Да. А так, подписываемся, ставим лайки. Всем удачи, ребята. С вами был Шмелек. Всем удачи, всем. Бай-байшки, гудбайшки и удачи. I love you.